В рейтинге Greenpeace Тверь в лидерах среди российских городов по доступности раздельного сбора мусора. Сейчас практически в каждом дворе установлены баки для тех отходов, которые можно будет переработать. Как работает эта система и готовы ли горожане к тому, чтобы начать сортировать мусор, рассказываем далее. Диана Головченко сортирует мусор уже 5 лет. Раньше бумагу, металл, стекло она развозила на переработку по разным точкам города. Сейчас стало намного проще. У нас сейчас появилась такая возможность уже около 2 раза сдавать все эти фракции. Но сейчас уже я наладила так свою жизнь, что я практически все покупаю в свою тару. Есть сейчас у нас варианты, магазины, где можно это сделать. Уменьшать количество мусора в повседневной жизни – важный шаг, но требует усилий. А вот сортировать совсем несложно. В отличие от некоторых стран, где мусор делят на множество фракций, у нас понадобится всего 2 пакета. То, что идет вот в зеленый контейнер, это мокрые отходы так называемые. То, что в синий, то, что идет на переработку. За синими контейнерами приезжают машины синего цвета, либо вот зеленые машины, забрендированные в синий цвет, и на них указано. То есть жителям легко убедиться, что не одна и та же машина забирает и синий, и зеленый контейнер. В синий контейнер для переработки можно складывать пластик, стекло, бумагу и металл. Далее их распределяют по фракциям на сортировочной станции и отправляют на переработку. Предприятие по переработке пластика находится прямо в Твери. И недавно здесь запустили новую линию. Теперь перерабатывать смогут еще и полиэтиленовые пленки. Не каждый берется это переработать. И мы настроились как раз в нашем перерабатывающем участке новом. Именно на переработку таких пленок, загрязненных с полигона. То есть мы с полигона сегодня забираем бутылку, ПНД и будем забирать пленки ПВД. Каждый год здесь дают новую жизнь миллиарду использованных бутылок. Их, а теперь еще и пленки, превращают в гранулы и создают из них новые вещи. Это позволяет сохранять природные ресурсы и не загромождать свалки мусором, которые можно использовать снова и снова.